Еще в начале сезона владельцам абонементов за их преданность клубу обещали различные бонусы. Встреча с игроками, пожалуй, самый дорогой из всех. Ведь на ней можно лично пообщаться с футболистами. К слову, на этот раз сразу четверо рубиновцев во главе с президентом клуба Валерием Сорокиным прибыли на встречу. Как и полагается, хедлайнером вечера футболисты немного опоздали, но по уважительной причине. Тренировка закончилась чуть позже, чем планировалось. Громче, громче, пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо. Пожалуй, вопрос о продлении контракта был главным на встрече, и болельщики несколько раз возвращались к нему, в надежде на то, что игроки порадуют их информацией из первых рук. Мой контракт истекает 30 июня. 1 числа вы узнаете, где будет новый контракт. Но помимо футбольных вопросов, болельщиков интересовали и житейские, бытовые вещи. Оно и понятно, ведь для этих людей Калешин и компания в каком-то смысле кумиры и примеры для подражания. Играете ли вы в ПЭС? Какую команду выбираете? Выбираете ли вы Рубину, правда, его там нет в 2013? Ну, вот такой вот вопрос. А если да, можно ли с вами поиграть? Сахани Буавин льет мяха, Нарахуми Балин льет мяха, не бегут с вами. Самое главное, что мы с вами все поняли. Вот вам ответ. Новичкам везет, когда их много приходит. Идет за счет делят на всех. А если один, то уже на кого. Рубин – та команда, которая хочет быть чемпионом всегда. И хочет быть призером. Одними вопросами вечер не ограничился. Ребята вручали памятные подарки, один из которых достался самому юному болельщику казанского клуба. Под занавес мероприятия началась автограф-сессия и время свободного общения. Футболисты никому не отказывали в совместном фото и параллельно расписывались на шарфах и футболках. Такие мероприятия нужно делать чаще, чтобы все-таки болельщики понимали, что происходит с командой. И я сразу учился. Безусловно, все-таки тяжеловато, надо заранее как-то все делать, потому что мы с тренировки бегом. Но, тем не менее, это приятно, что все так прошло хорошо. И спасибо огромное. Я и не ждала каких-то специфических вопросов. Мне было интересно просто пообщаться с игроками. Я получила огромное удовольствие. Мне приятно, что болельщики заинтересованы, приходят. Мы только рады. Мы рады хоть каждую неделю проводить.